Весьма патриотично настроенных пенсионеров сегодня заметили в самом центре столицы. Около 200 бабушек и дедушек собралось под Байтереком, чтобы исполнить гимн страны. Дождливая погода в Астане пенсионеров не смутила. И это неудивительно. Все они постоянные посетители Центра активного долголетия. С собой активисты взяли национальную одежду, флажки и хорошее настроение. Этот челлендж пожилые астанчане посвятили Дню Конституции. Его страна отметит в следующую пятницу. Свой патриотичный вызов столичные пенсионеры бросили алматинцам почтенного возраста. Участники надеются, что до 30 августа гимн успеют исполнить пожилые казахстанцы по всей стране.